Вітаю, з вами я, Рената Наджипова. На раз і на два ставила я собі запитання. Що є такого особливого в нашому TV-старті? Чого до нього тягнуться талановиті діти? Скільки років я вже з TV-стартом, а відповісти досі не можу. Напевно, щоб в цьому розібратися, слід поглянути на усі події збоку, поринаючи у фестивальну круговерть. Гостеприимная мэрия города Манавгат, как всегда, приветливо встретила участников и гостей 11-го международного телевизионного конкурса фестиваля TV-Start и конкурса красоты Start Mini Models. Встреча началась в городском парке, где проходило праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты животных, которое было организовано совместно с администрацией отеля «Вон Резорт» и мэрией города Манавгат. А затем мэр господин Щукрю Сюзен и его заместитель господин Айдын Оз приняли наших участников в своем кабинете, где произошло приятное общение и обмен сувенирами и подарками. Огромное спасибо городской администрации города Манавгат и Вон Резорт Хотел за теплый прием, внимательное отношение и поддержку международного детского творчества. Что же происходит под час цьогорічного международного TV-старта? На перший погляд, нічого особливого. Напружені репетиції, уроки, майстер-класи, виступи, перед якими нервуєшся, принаймні трішечки. Незабутні подорожі та екскурсії. Море, сонце та лагідний вітер. Можливо, якщо уважніше придивитись до облич учасників, вам багато стане зрозумілим. А на сцені Trio Dance Studio Freedom. Три жінки, Турція.
шапочка. Номинация «Вокал. Украина». Oh.
«Снеговик», номинация «Бокал», Турция. Коли дивишся такий продуманий та майстерно виконаний номер, аж завмираєш. Це ж треба, який талант! Я скажу вам по секрету. У деяких випадках навіть трішечки заздрю. І через це завзятіше берусь до занять. А за кілька днів розумію, щоб і мій успіх на сцені був таким приголомшливим, треба працювати, працювати і ще раз працювати. Зейналова Екатерина, танец «Бабочка», номинация «Хореография», Турция. Thank you.
Чердогоря. Номинация «Вокал. Украина». Шкатулка – это стукалка для всяких разных штук. И если потрясти ее, услышишь тук-тук-тук. Тук-тук, так-так, бом-бом, брек-брек. Тук-тук, так-так, бом-бом, шлёп-шлёп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тук-тук, так-так, шлёп-шлёп. А может быть, там гномики живут давным-давно. Гномики в шкатулочке окно. Тук-тук, так-так, бом-бом, бряк-бряк. Тук-тук, так-так, бом-бом, шлёп-шлёп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тук-тук, так-так, шлёп-шлёп. Тук-тук,
шлёп-шлёп. Хочу пригласить участника из Азербайджана. Гусейнов Рамазан, фортепиано. Ми з друзями домовилися, що будемо записувати усе побачене і почуте, щоб згодом змонтувати свій власний фільм і про Туреччину, і про Україну, і про наш фестиваль, про все. Гадаєте, не за своє замахнулися? Та годі вам, з такими співавторами нам усе під силу. Посміхайтесь і вірте у свої сили. Хай вам щастить! Міжнародне телевізійне фестивальне движення «Телестарт» представляет традиционный семейный проект «Зимний бал. Новый год с «Телестарт». Канун новогодних и рождественских праздников. Лучшая новогодняя атмосфера. В программе мероприятия. Конкурс красоты «Принц и принцесса бала». Творческие выступления в концертной программе. Поздравления Деда Мороза. Телесъемка, монтаж, телеэфир, телесесвит. Новогодние подарки, игры и сладкий стол. Участники, юные модели, индивидуальные исполнители, коллективы малых форм. Для родителей уютные места за столиками, для отдыха и просмотра увлекательной концертной программы. Предлагаем вашей семье во главе с вашим талантливым ребенком принять участие в традиционном телевизионном проекте. Телевизионная запись проекта 10 декабря 2017 года. Телевизионные эфиры
период новогодних и рождественских праздников на канале ТЕЛЕ Всесвіт. С нами интересней. Встречайте Новый год с ТВ Старт.